Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Робот, робот-мойщик окон, моет окна. А я в это время работаю, занимаюсь, собственно, страхованием. Застрахован 24.рф, всегда рядом. А в это время робот моет окна. Ну, посмотрите, как прекрасно. Теперь можно смотреть на несколько вещей. Всегда. Это огонь, как горит, как течет вода, что-то там еще, да? И обязательно, как робот-мойщик окон, моет окна. Специально для моих друзей, для моих подписчиков, для моих братишек, братьев, сестер, ЛПшечек, ЛДшечек и всех-всех-всех попросили сделать обзор вот этого чуда робота-мойщика окон. Это, как всегда, как вы думаете, что? Это фирма Redman. Redman, давай продолжай мыть, не останавливайся, дружок. Электричество подключено к сети. Это, кстати, не аккумуляторный мойщик окон Redman. Он от сети, это провод. Вот такой вот он длинный, на всяких разных скрутках, смотках. Ну, в общем, все четко, чтобы, наверное, на улице вода не попадала в электроцепь. И, собственно, вот такой шнурок, который цепляешь к батарее и вперед. Вот он, ползет вверх и ползет вниз. Еще есть у него пульт для управления им. И можно управлять с телефона. Вот скачиваешь приложение какой-то там Sky, ну это вот умный дом от Redman, и там он добавляется, и ты им управляешь. Вот такая песня, вот такая красота, ребятушки. Вот так он работает. Вот сейчас его время мыть изнутри. Но я, кстати, все равно сейчас еще пройдусь дополнительно, знаете чем? У меня есть еще вот такой моющий окон. Я, если честно, я немножко больной на тему грязных окон. Вот такой у меня еще есть перхер. Сейчас я снаружи еще им пройдусь. Вот такой есть концентрат. В общем, сегодня мойка окон. Все. Я этим занимаюсь и параллельно оформляю полисы разных видов страхования. Красота!